Уходим. Идем навстречу. Сначала попробуем переманить. Он такой охеревший. Скажет, ты чё? Ты чё? Эй, Вася! Ты чё, Вася? Ты чё не свалил-то, Вася? Блять, я не сохранился. А, я сейчас сохранюсь, как этот, как тренировка боя. Талос Бангалла из кассира. Я всегда ищу хорошего бойца. Если вы спросите обо мне кого угодно, то знаете, что я хорошо отношусь к своим людям. Молодец. Может, нам не придется драться? Давай-ка поговорим о твоей преданности, твоему сюзерену. Ты у нас хитрый засранец и великодушный. А, вариантов нет, только этот ответ. И он сразу же провальный. Я появился в верности моему сюзерену. Обаяние благородный, расчетливый. Успех. Так, через многое вы прошли там. Хитрый и великодушный, да? Чем должно интересоваться больше? Допустим, хрен, фатальная ошибка. Окей, кореш, окей. На самом деле, я думаю, что это вам надо сдаться. Он, наверное, охерел от такой наглости. 207 против 351. Практически двукратное преимущество. Бляха, это много. Так, сохраняемся. Тренировка боя. И сохранить как? Ну, вот здесь, правда, Twitch, но похер, уже YouTube. Окей. Пробуем. Пустыня для конных лучников, в принципе, хорошо. Да, у меня кавалерии тоже 15, у него 35, если я не ошибаюсь. Конные лучники. Я их держу, значит, всех тогда. Сначала пропускаю всех через стрелков. Они часть как минимум могут выстричь. Да, стрелков. Да. А пехота пока будет дежурить. Пехота у него 100... Я забыл, сколько у него пехоты. Ну да ладно. Так. Так. Где противники? Вон там противники. Отходим вот сюда назад спокойненько. Forward! Так, четверочка и троечка. Здесь тусим. Здесь тусим. Ой, как далеко-то вы, ребятки. Окей. Двоечка сюда ко мне. Двоечка отрабатываем. Отрабатываем вот сюда. Отнерочка. Стена щитов. Эй, двоечка сюда, ёпта. Четверочка, давайте сюда. В атаку. Четверочка, сюда. Сюда спрятались. А, всех ждем. Ждем. Будет сложно. Будет практически невозможно. Лучников. Вернее, копейщиков наших уже к пехоту отстреливают. Так, вы работаете вот сюда, вот. Вот сюда работаете. Пока работаем сюда. Работаем. Можно даже рассредоточиться. Троечка, пошли сюда. Сюда пошли. Четверочка, здесь остались. Четверочка, пошли в атаку. Однерочка в атаку. Троечка, выходим. Выходим вот сюда. Выходим сюда. Троечка, пошли, натиск. Натиск. Погнали. Однерочка, вернулись. Не надо за ними увязываться. Хорош.
Хорош. Хорош, троечка, вернулись. Я не вижу пока, где основные силы. Вернулись. Четверочка тоже назад. Четверочка, ко мне сюда. Однерочка, чуть-чуть вперед прошли. Чуть-чуть вперед прошли. Ждем, ждем остальных. 5-20. Во-во-во-во-во. Это кто? Это ты? Четверочки. Вы чё, бляха-муха? Четверочки. Вы чё, вашу мать? Этого давайте довалите. Вы чё, совсем что ли? Ждем. Троечка, спрятались. Спрятались. Спрятались, они нас обходят. Окей, пойдемте повыше. Двоечка, пошли сюда. Однерочка, пошли сюда. Пошли, 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 пошли. Двоечка, сюда, бегом. Опа, здесь край карты. Красе. Окей. Вот здесь построились, двоечка. Построились вот так. Однерочка перед ними. Вот сюда. Все, отрабатываем. Не спеша. Троечки, пошли сюда. Четверочка вместе. Двоечка, работаем. Вот сюда работаем. Работаем, работаем, работаем. Спокойно, спокойно. Не спеша. На тебе в башню. Работаем, работаем, работаем. Молодцы. На тебе в башню. Хорош. Все, заклевали. Остановились. Готовченки, ёпта. Потери, ребята, потери. 3 человека. И 5 раненых. Охренеть. Серьезно, охренеть. Я не ожидал. 3 человека мы потеряли.